Сейчас уже должны были пронести целка. Прикольно. Ну, зато льду в будни не надо собирать. Ага. Да, и можно босса на целка еще собрать 10 раз. Что значит, тот, кто накидывал ГП, тот и снимает? Там, ну, мы решили снять. Зачем накидывать туда? Там, потому что вайпы происходили не из-за отдельных людей, а от ваншотов. Ну, то есть там не как осквернение, типа. Короче, мне все равно. Снимайте, не снимайте, как хотите. Все, захожу. Петербург, понимаешь, что время, ну, ачивы на время не зависит. Только за дворфы и вот эти хламоботы тупые. Кстати, дворфов мы тоже делали. И все. Ну, на хламоботах 3 трая всего было. Убили с 3-го. Или 4. Ваня, подходи, тут уже ребро, этот сурок уже. Сумни тебе, Стас, пят. Никогда не сидел 6,5 часов, сидел там максимум 4,5, это кажется. С добором это. Ну я помню, мы 5 часов только в РСке сидели, когда его сломали. Блин, дворфов жарили 45 минут, бля, на этом утюге 30 минут. Бля, мы 45 минут это очень много. Я справлялся за 15 минут, там до Берсы доводить. Ты справляешься, ну так собирайся, не знаю, давайте лучше. Снимай место на целка. Ну так я ж уже собрал 3 раза, не хватило, вот все. Вот, и я еще 3 раза собрал. Пацаны, нет места уже? Нету. Варенька готов, Ваня? Void Beast, МТ. Что, мы пулим? Да, пуляем, короче. Короче, фас пронос погнали. Сможет ли дать Александр 23к ДПС сегодня и побить Акумена? Посмотрим на сутки. Там 22 достаточно. Так, Алидан, дайте, не ролишь. Дайте, Брена, поднимай, я Алидана. Как говорил, не ролишь на этом боссе вещь. Умираешь от костереза. Посмотрим потом. Нельзя очередную взять. На ханте шип. Еще второй. Второй тоже не ролит. Джесс, поднимай Джон Огурца. Танки разбежались. Протопал, разбегайся. Молодец, Протопал, ты не разбежался. Придется давать гимн от хил. Почему ты не... Говорю же, ну бегай. Так, становимся в звездочку. Вот сюда. Быстрее в звезду. Сейчас ребро пойдет в другую сторону. Надо же отбегать до каста вихря, когда он кастует 5 секунд. Не во время уже. Давайте в шип поиграем. Что надо от лужи отбежать? Отбежать от ребра. Видите, звезда уже отбежала. Знает, что сюда ребро подойдет. Теперь подбегаем под босса все. Блин, РДД, помогите шип снять. За ребром стоит. Точнее, перед ребром. Встаньте, пожалуйста, под босса все. Да, вас не будет задевать лужа. Прикольная тактика. Марат газа. Так, слабое звено у нас сегодня. Помидор. Или Дан. Джон Огурец. Вижу.
Респекайся в танка. Фачеринка на ХПС, ты не поверишь. Какой, 20, да? Пятнашка. А чё, не, фреймы забахли, чё тут этона, чуть два штуки. Не, это разные люди. А, это этона, то этона. Это, походу, муж и жена, наверное. А это про слог, где, чуваки, помидоры, бурен. Про слог, у тебя есть афлик? Да. А, нет, давай... нету. Я скинул сегодня забыл. Крест, так и надо. Так давайте. Можете не брать его, делать никто не будет. Чего встали? Давайте бить трэш. Танки, прием. Не надо ждать, с хилы же здесь уже можно... Слушай, ты мог сделать спек Афлика? Походу баф перебивать ты будешь у бисового демона. Ну, могу его сгонять сейчас. Дигай, сгоняйся. Может, это там дестрик есть? Дестрик ПВПшник. Хорошо, спекайся в дестрика, подамажишь его. Не надо ничего делать. Время не будем терять. Окей. Слава, ты тут? Попадешь в Лигу Легенд на сурке. Слушай, какой бензопилой ты там в Сибири в себя лес валишь? Дружба. Там моя что-то сломалась. Да я не валю лес, ты чё? Не. Зи. А чем вы с дома отапливаете углем? Весь рейд отменяет баф защиты от темной магии, сразу отняли. Мы нефть его отапливаем. А, нефть и черной икрой, да? Пьючи танчит паука. Так, Арей, слева будешь танчить с Войдом, помогать ему тянуть моба с колонны, со ступени, которая идет, понял? И танчить леди еще с Войдом. Как апеллита, ты танчил уже, леди? Да, я полностью ЦЛП танчил. Отлично, тогда ты знаешь, что справа трэш, держишь его, на второй фазе тоже трэш. Я каплю с пула, да, прожимай все паладины, каплю с пула, божественный щит с пула. ДК с пула, антимагический щит, совы, звездопад с пула. Ставлю рыбу, 10 секунд есть. Этон, ты реснишься или нет? Шкафчик, пожалуйста. Шкафчик. Этона, ты здесь? Где там твой муж, Этон? Что-то не могу вспомнить. Это ты не Альтая, верно? Наверное, пришли с этой, с гильдии, где Лилия была, да? Принимай рез, если быстрее, то не принимай сумон. Каплю с пула даешь, бабл с пула. Слева бьют милики, справа РДД, помогаем друг другу, контролем по максимуму. Принимай сумон быстрее. Каску по всем раздай. Ореш, вот тут собираешь, на вот этом черном куске мобов. Ты с лестницы и левый. Два вот этих возгляди, это мои. Этон, принимай сумон. И это, Ореш, потанчишь корабль? Я пойду чай налить там на корабле. Хорошо, потанчу. Окей, окей. Этон, портанись, пожалуйста, на второй этаж. Ой, второй портал. Я не могу тебя сумануть. Либо мы без тебя сейчас начнем, наверное, так и будет. Терпению край. Чек. Дайте каску шаману. Это, Этон, прожми фласку на ап. Помидор, прожми фласку СПД, гутербол СПД. Бля, забыл.
Ну ладно, бутербола, наверное, не надо, да? Так, давайте, забафали. Лапу, интеллект, чек. Крик на ХП, пожалуйста. Каску на Лока дайте, крик на ХП дайте. Ребята, играем в трэш. Вышел трэш. Кажется, в него надо сыграть. Рыжиков, сними агро. Уход в тень. Контролим сейчас людей внимательно. Капли все слить. Сейчас будут три луча, их надо законтролить. Так, три луча. Квадрат. Пошел квадрат контролить, фирнул квадрат. Фантастика. Все законтролено. Это потому что танк. Мишка танк дает вихрь, нормальный пацан. Всегда за эрдро даю вихрь. И за шамана. Сандра рвалась от второго места на 20к. Играйте в трэш. Все в трэш. Все в трэш. И новый контроль сейчас будет. Опасность. Смертите разложение, отбегите. Три луча надо законтролить. Три луча, оба, фир, сразу на троих кинул, видели скилл какой? 0-1, как учил господин Джерион. Стопаем по боссу, давайте отдохнем немного. Я, например, спою гимна ману. Пою в луже. Все играем в трэш, напуливаем первый трэш на Войда, Ламруа или Дан, напуливаем трэш на Войда, о, блядь, трэш говорю, босса на Войда. 200к маны у леди, сейчас будет переход. Так, вышел трэш, а, расконтролили, пацанов, квадрат надо законтролить. Протопал, лови трэш, ты где? Джонагурец, раскол. Меломан глыбу, меломан глыбу, меломан глыб, до свидания, меломан. Отбежали от духов, трэш добить, все в трэш. Отбегаем от духов, это главное сейчас. Мы выжили, отлично. Джон Угрец, как обычно, умирает. Как обычно, у нас нету реса. Войд, подымешь его после того, как Рей будет танчить леди. Все, подымай Джона Огурца, отбежали от духов. Вставай под стрелу, чтоб тебя убило, и контролим людей. Расконтролили людей. Уводи леди под законтроленных людей. А рей. Не уводит, а рей. Босса, ну что ж поделать. Играем так. Так, пошли играть в трэш. Все в трэш играем и отбегаем от духов. Все на пулы на медведи, 5 стаков у арея. Йоу, рэпчик. Отбежали от духов. Смерть и разложение, отбегите. Хлопок по рейду, контролем квадрат. Квадрат это рога, не убить. Отбежали от духов, опа, трэш вышел, давайте в трэш сыграем. Вот и он. Все по трэшу. Так, крест сорвал агро. Бабл, Глайн, что-то там, который снимает агро. Элисандра глыбу. Инвиз. Никчем, протовет, протостойка. Давайте рост. Отбежаем от духов, контролим квадрат. Квадрат законтролить. Отбегаем от духов. Дух. Вам повезло, дух идет на меня. Я посмотрел, как он идет на меня и отбежал. Так, последний трэш надо сыграть в него. Я сбивал косты все, абсолютно все. К сожалению, не сбивались они у меня почему-то. Рыжика взрывает духа, очень плохо. Смерть и разложение, отбегите. Жену в Грецию умирает смерть и разложение, жесть.
Сегодня мы можем понять демонов достиг успеха, да? Мне кажется, это фрослог, надо было тебе в демоне оставаться. Он 5 раз умер за 2 босса. 5 раз. Господи, блин. Ладно, держи, Рога. Эти... Что-то там. 0 ГП, блядь. Нужно подойти поближе. Идем дальше. Медведь не силует. Что ты говоришь? Порошенко села. Села, говорю, это, да? По Порошенко не одобрит. Ну тогда я не одобрю твои просьбы. Так, вижу, что есть хоты на мобах, поэтому прожму-ка я массовое рассеивание. Подействует оно или нет? Подействовало. Диспеллер, серия болезнь. Если ты посмотришь внимательно вправо, кроме меня, пошли еще 3 тела, шуман, руки, ШП, отвечает Каноп. Надо ему сейчас ответить. Ладно, потом. Бафает каски Этон. А вы что там? Этон. Сосолите всю эту тему со сквернением Канопа, что ли, или что? Да. Этон, ТВРК, слышишь меня? У тебя есть фреймы рейда? Отойду пару минут, пока корабль там рейш потанчит. Ну, фреймы, колон, не знаю, как полоски с жизнью и игроков рейда твоего. У тебя они есть? Киллобот, отлично, смотри. Если кто-то падает в рейде, постарайся запоминать этих людей. И когда их бэрят их, ты бафай на них каску опять. Чтобы не было такого, что люди по 5 минут просят каску, расстраиваются, плачут там. Еще что-то. Пойду запускать понг. Что сделать с понгом? Он не отвечает. Он вылетел. Не надо, удали аддон на баф, надо все вручную делать, так быстрее и развивает твою реакцию. Интеллект, ловкость, мудрость. Они не стали, чек нет. Бар просит каску, видишь? Прочитай чат, пожалуйста. Чат у кого-то выйдет. Аддон на баф сразу показывает, когда на ком-то нету. Одним кликом сразу мою бафаешь. Баф ничего не показывает никогда. Ну, серьезно. Там пруф есть, потом кину. Ты что, хочешь, чтобы... Ты хочешь, чтобы нас машины заменили в будущем? Да. Угу. Только с пятами багается и все. А это оттуда фраза пошла? У меня аддоны багнулись, я не могу бафнуть каску, я релок сделаю. Это от этого аддона пошло все? Не знаю. Прикольно, если от него. Прикольный аддон. Ну я типа бафую всегда по нему, и все всегда прекрасно. В моих рейдах никто там мой баф не просит. Понял тебя. Слушай, ты можешь сделать нововведение? Попросить у всех сагильдейцев скрина. О, а че меня Мурадин бьет? Арей, ты тут, дружище? Че меня Мурадин бьет? Че ты не танчишь? Арей, проснись, красавица. Да я тут, ты че? А ты, может, потанчишь Мурадина? Не? Не потанчишь? Минус 30. Я
Я вообще куда-то улетел, а нет. У нас опять же новый рец умер. Да я забыл перелететь просто. Но это вина БДК, короче. Ну я не знаю, я не думал, что тебе надо освещать там. Маг вышел, перелети, пожалуйста. Танчи Мурадина от остального рейда подальше, потому что у Мурадина есть скилл рассекающий удар, который наносит трем или более игрокам урон, кажется. Я не знал, что надо азы озвучивать просто. Мы не предупредили. Да, захватывает до трех целей, пишется. Рассекающий удар. Интересно, Марат на сурке опять упадет? Я думаю, на сурке упадет. Делаем ставки. Вам его не хилить. Вот Конок странный чел. Сидел в РК, слушал, как Войд назвал его пидорасом. Цитата. Ваня Кила начал ему говорить, а что ты меня оскорбляешь? Почему ты меня оскорбил? А сейчас он пишет про каких-то трех даунов, которые с ним выбежали. Вот, тоже начинает оскорблять людей. Какие-то двойные стандарты. Ой, блин, что-то на рейде оскорбил людей, которые накосячили. Он не говорил, что ты конкретно, и ты конкретно сказал, что вы, типа... не смогли выбежать, поэтому... Я слышал, Конок этот, Войд говорит, ах, пидорас. Не запускайте босса. На человека, который выбегал со сквернением, а это был как раз Конок. Мы снова упали с вами, ребята. И... как это называется, не ежедневная, а постоянная рубрика после каждого босса пробафайте дрона огурца. Вот. Я Иллидан, будьте добры бить трэш. Хорошо? Спасибо. Кочерыга, будьте добры бить трэш. Понг тоже. Так, ребята, вы знаете, в какой точке танчить ли этого сурка? Вы уже запустили босса? Спасибо. Сколько минут? Минут. Одна. Да блин, а я отменяю сразу, не знаю, что ты хочешь. Да я тело хочу получить. Советую тебе выбить совет, это тело поплохое. Ренканись, пожалуйста, за 3 сети до пула. Не продавай венгеры тогда. Ну я тебе его дам, если хочешь, мне не надо. Только зачем оно тебе? Это... надо его лучше. Сколько секунд? Сколько секунд осталось до боя? 39. 25. Я исполню это обещание. Алекс, сможешь зачарить потом или нет? Не, у меня нету ничего такого. Ренканицы за 3 сети, пожалуйста. Сколько секунд сейчас? 5. 4, 3, 2, 1. Давайте рост. КД. КД. Дайте под меня тогда рост. Помидор, дай рост. Сейчас, у нас еще не всех. Я понял. Понятно. Мне почистило. У нас эльф есть, круто. Thank you.
такой ожесточенный бой. Боже мой. Месочка. Ничего, скидывает что ли, пришел? Он сброс делает. Типа. Он решил сломать систему. Угу. Калькулятор подарил. Если он на 10% режет. Он, блин. Что-то не то. Не срослось у меня дать топовый ДПС. Послушайте, я услышал гимн США. Тебе не показалось. Мне не показалось, да. Так, что там у нас? Покоритель. Покоритель. Одеваю фрошмот, пробегаю сквозь лед. Не боюсь даже две синдрагосы. Четкие. Есть какой-нибудь 4 пыли и одна субстанция планарная вот эта. Помидора, что ты его оскорбил, так тупым сразу назвал? Что это за прикол такой? Молодец. Никто не линканул ДПС. Видимо, он там... Сейчас. Или линкани, пожалуйста, тоже. Где он? Надо для скрина просто. Говно какое-то вообще 18. Да, надо короче. Что бил трэш, там 140к, по-моему, нанес урона по трэшу я. 18к только. По-моему, осколки. Нельзя тебе передать осколок. Черыга, ты на ТФДК, на ФДК ролишь? Это скадом тебе гутербол? Нет, конечно. Вот у меня, короче, все залагало, но его нафиг. Я оф. Завоеватель. Это ДК, который орел. Понял. Меня кикнуло аж. С компом пришлось ребутнуть. Короче, тут такая тема. Этот кочерыга шел в бед... во фросте, я его попросил до Каспия, меня вспомнил. Так-то он на ДК, этим фрост ДК шел. Ну у меня уже в любом случае времени нет, я же тебе писал, что у меня полтора часа там было. Так что сори, все. Спасибо за рейд. Ковер ДПС рейды, кстати. Стопочку вчера такой же. Серьезно, 300?
Да, это он что-то ты плохо надамажил 10к. У тебя 5 кгс, 5,8 типа что ли. Да, может, если бы рост с пула был, ДПС был бы выше у ШП. Тотал ДПС тоже. Ну да, не очень сильно, проки уже спали почти, действительно. Не почти, это ровно под конец проков. Булгер. Чё говоришь? Проки просто. Да блин, какая-то... Короче, херня. В тот раз я кольцо не надел. 3 мисса. ДПС, кажется, больше был. Скажи, признай, что просто что ты рукожоп, да и все. Я вот признаю, что рукожоп, да и ничего. Да не, я не об этом, о том, что не могу нормально дать ДПС. Я вот не поверишь, тоже не могу. А ты тоже третий рукожоп. Блин, что я хотел же, начислить ЕП арею. За квартал. Да, оно там все срабатывает, потому что вы одновременно с Англием правите ГПГП. Наверное, не надо было 3 пальца раскидывать на мобов. Это вот так. Но я давал 21к почти, потому что раскидывал 3 пальца из-за того, что одна сова в рейде была. И трэш почти никто не бил. А тут уже одна сова была. Подожди, 21. К почти это без стриксов, только PSMK. Забирай этого дурака. Надо еще поставить тотем на силу природы, кстати. Можно эндорфина взять, будет веселее. Вы убили вонючку. Сейчас... Боженька. Так, что-то мне после сурка надоело уже играть. Ты хочешь порядить? Да нет, только чтоб ровы спать пойти. Давайте уже тогда пронос. А завтра. Давайте на следующей неделе дохрану сделаем. Надо же за тапками зайти еще. Ну да, с тапками колье, а там уже ебальники. А не, я не буду спать. Зачем она надо? Ленточка. Слушай, никому не надо.
Будет, тебе понравилось, сюда? Нормально. Сойдет. Да. Я давно хламботов просто не делал. Дворфок. Недавно еще не будем делать, да? Хочешь, могу сделать на следующей неделе. Хочешь? Скажи да. Да нет. Не, надо так же. Ой, надо также и проносить там бессмертные и так далее, поделать что-нибудь. Давайте я в следующий вторник я соберу вам Эльдуара, если смогу, соберу. Так, давайте на дистанцию, там Варенька Ламбра слева, Альпич Певчий у ворот, справа Джест Фростлок, сзади босса Рыжиков и Тонна. Ну что, можем взять вагона Мистер Бро 5.2? Как вы хотите. Он в гильдии? Ну да, тут написано недавно перешел в гильдию в скобках Джер. Ну берись, мы че заменим. Че уже два ночи пьют. Помидор готов? Помидор готов? Помидор. Помидор, друг, крест. Крест, протопал забыл дать. Ладно, погнали. Протопал, дашь крест, найдешь время шаману дать, пока идут все в центр. Так я ж вроде лутанул, перелезь там. Альпи что-то рядом со мной стоит странно. Подружиться хочет. Так, лужа слева. Альпич, двигайся. Двигайся левее. Еще левее. Протопал тоже должен левее двигаться. Если лужа, все люди должны двигаться левее, правее. Лок, заплюешь сейчас. Лок, встань на рейнджу, ты не в рейнже сейчас стоишь. Посмотри на людей, которые стоят в рейнже, вот они правильно стоят. Смотрите внимательно. Лучше здесь господа. Большой забирай. Точно большой там, я не вижу. А, все. Такое ощущение, что там не было большого, вообще не пробивало. Вуди просто. Так, лучше слева отброд. Так Вуди, то понятно. Нет, я сейчас захереваю эти. Вот. Так, Бурена, подними Ламбруа, достаешь, скажи? Да, достал. Подымай Ламбруа, ресайся, захиливаешься и уходишь на дистанцию. У нас ведется взрыв. Давайте все к стенке, отбежали к стенке. Елидан Кош прыжим к стене, рейндж набрали, сейчас будет губительный газ. Я Елидан, ты не прожал Кош, молодец. Дайте гимн на ХП быстрее. Я давал уже. Кого поднять быстрее? Ну, пока никого. Бейте так. На рейндж выйдется кто-то. Минус 20. На рейндж. Элисандра. Меломан. Большой бей. Сейчас будет вливать 5 минут. Зачем меня поднимать? Ну, не знаю, как вы умираете, ваши косяки. Я вот в луже умер, пел гимн на ХП и сдохнул. Ой. Если вы не пели гимн на отхил, то вот ваш косяк. Большой в мини-зоне. Еще один взрыв, наверное, будет. Наверное.
Да, скорее всего, да. Ну, я думаю, можно добить. Я выжил. Стоял хилый. Там эти последнего. Перчи упали. Ну, конечно. Когда я рогаю, они же не падают. Перчи. Не знаю я, Элидан. Кош не прожимаешь, и тон умирает. Не отбегаешь от лужи. Амра тоже. Рослок тоже. С таким пехом. Пехом? Трохи тебя ресы, не вставай. Ну, со с ним ходи. А зачем кош прожимать тогда? Рога, тебе надо перчатки, нет? Чё ты не ролишь? Он в шоке. Вон, кидай ролл. Вот рога выиграл. ТК, принимай, вставай. Весну лишь. На, держи Рела, сейчас иду на лук и попробую утонуть. Этого ботинки. Попробуй передать Этоне пока кровь. Да, меня Неломард забеспокоил. Очень много людей умерло. В том числе и я. Попробуй сама брать. Получится? Мне кажется, там надо передавать. Я все взял. Дайте шкаф. Потом Кримус самолетит тогда, я дал на секунду. Дайте шкаф. Слезы, кстати, почти сделали. Там на втором суровом ударе упал шаман. И все. А Джереми, как сорвало гроб? Как сорвало гроб? Там... Это... Не забрали босса просто. И танк с виду 4 дыба. Ты чекай там, ладно? Еще раз, пожалуйста. Тыкните. Что-то последний стабилизм у нас не задают, задаются. О, уже, о, уже. Здравствуйте. Я тоже хочу начинать на бита. Кто фонит? Да 40 какой-то фонит, я вот блин кикнул. Точнее, ему а дал. Сколько этот, блядь, феррал держит стака? Сейчас упадем. Блин, сорян, это, наверное, я виноват. Я чарнулся, и в этот момент меня заблевало. Слышно меня? Угу. А еще упадило. На 9-м заберет. Давай, твои райды бесплатно. Ты говоришь, ассист, Сирель. Чё? Что, что? Ну, там на тебе ассист, ты вообще ответственность за добычу я дал. А, понял. Я, короче, спамлю жертвенный огонь по КД. Это правильно я делаю? Да, можешь жгучий боль. Супер. Так и всего, вот, два за бой получится. Надо, короче, спамить.
что-то. Давай, творчу, буду спамить. Протопал, давай мне карту. Мистер Бро лучше... Ага. Лучше после третьего стака босса давай. Но у него не так много игр. Лучше два или три споры разносить. Так, огненные медра, смотрю, у меня хилти войда, хилти войда, я плюю хилти войда. Каплю дал на войда, все нормально. Молодец. Я понял, как люди дают 10к ДПС. Вот как я сейчас в золото играю, вот, и даю. Две споры в рейде, катастрофа. Мне сейчас просто хаотично клацаю эти скиллы. Ты Карполита, лучше прожми срезку сейчас. Божественная защита, прожми. Не прожал. Что удивительно, но не прокнуло это, способило. Это самое странное. Да. Каплю еще дал на протопала. Что нам до приоритет? Не испепеление кидать или ожог души на экзит-кут фазе? Ожог души. Сейчас я на дамажу. Так, ну все. Я уже не на дамажу, у меня тут слизень. Какой конченый класс это. Просто не передай словами. Немного мы успели, молодцы. Че, мой, выберешь? Чеши. Че там? Семь, да мне надо. О, тапки. Туфлопус. Всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько гад. На АФДК. Че, у тебя Вуди один осколок остался? Да. АДК. Ретрик. Считаем, мы сегодня сделали ДФБ, блядь. Посланник титанов и фулочи в 25-ке. Толедо не кикай, только я перезайду на писта. Хорошо, не буду. Хорошо, спасибо тебе. Так, ну здесь все зависит от, я не знаю чего, от удачи. Скилла зависит. Давайте, ребята, я вам признаюсь в чем-то. Кочерег уже получал наручи на ФДК, поэтому следующий получает вещь пунг. Такие дела. А он возмущался, да? Да, он всех Иисусами называл или Нудрой с рейда. Хороший человек. Ну ты кто? Сейчас захожу. Блин, у нас много таких ребят невнимательных, что здесь могут быть вайпы. Ребята, пожалуйста, стойте в метке РДД. Милики в квадрате. Если зеленый слизень взорвался в мелизоне, вы отбегаете в центр комнаты или в РДД-зону. Спуститесь чуть ниже. Крест, Атон, у вас есть роги на диван? С дивана вроде нельзя. Давай сейчас проверим, хочу проверить. Там в описании было сказано, если человек умирает от этого дебафа, то босс хилится.
Но на Этоне же или Кресте не будет этого дебафа. Понял ли прикол? Я тоже не понял. Ты про так, что сейчас вообще то... говорил? Ну, какая там обнова вышла? Ты про какую чуму говори, давай. Третья фаза на круг. Человек умирает с чумой, и босс отхиливается, верно? Нет, я писал про то, что слизни могут выбирать теперь независимо. А, это понятно. А, да, ребята, сейчас на каждой перекладке все бежим к столу. Сейчас любой слизень может любого игрока выбрать. Поняли, да? Это внимательно. Там, если танка убивает под стаками босса. Так, Ваня, тогда РЛ лишь ты, на тебе РЛ. А я пока подамажу. Так на тебе РЛ. У меня ассиста даже нет, так что давай теперь ты рейлишь. Так, я снова рейлю. Тогда так уж. Отлично. Ах. Ну ты раздай ассиста все по рейлям. Я первую фазу, ты вторую, будет третью. Пожалуйста, выпейте флаг. Ласки, после профа чекну. О, я тоже выпью. Этон, Наурус готов. Вани, Варенька готов. Хакалит, пейстул. ДПС позволяет нам не стопать, хотя нет. 86 стопайте по боссу. 85 стоп по боссу. 83 стопайте по боссу, либо мы вайпнемся. Все расстроятся. Так, все в слизня играем. Рога, ты меня расстраиваешь. Переводим профа. Что это было, Рога? Потом выясним после босса. К столу все отбежали, все к столу. Слизни могут выбрать любого игрока, но надо бить все равно по дебафам. Так, на мне газовое вздутие. На ком зеленый дебаф, бейте слизня в спину и отбегайте в центр. Вот где звездочка. Сюда отбегайте все. Бабах! Отбежали быстрее, отбежали. Зеленого слизня никто не бьет. Сбежали с цели зеленого. Бежали с цели зеленого. Смена цели красного. Милики отбежали. Милики отбежали. Крим, беги, добили. Пою гимн на отхил. Табурена подымай никчема. Не успел одной секунды, не успел, чтобы захилить его. Табурена есть, БР? Есть, я сейчас понимаю. Бедный никчем. Вставай, дали бафа ему. Лапу, каску, кулак, Этона, крест. В смысле крест, раздай баф. Крест, не волнуйся, мы убьем облако газа, ты не пострадаешь. Ну, если ты не сбежишься к нему, то, наверное, убьем. Пельмени пошли. Пельмени идут прям в меня. Тона помидор ловит пельмени. Поздравляю, ребята. Он передает чуму. Выходит зеленый слизень. Добей, пожалуйста, быстрее. Лужи скоро появятся новые. Сейчас пойдут три пельмени в РДД зону. Давайте в звездочку встали, РДД, играем зеленого слизня. Кочерыга, почему ты бьешь профа? Почему не замедлен зеленый? Он профа плюет, ебаный рот. Я слышу. Ну я понял, такое бывает. Перебежали. Кнопка такая есть, таб.
переключение между целями. Да я в того и он растерялся. Такое бывает, когда в первый раз. Не топнешь колбу сейчас. Ну. Так. Джесс, поднимай понха, рискнем. Играйте в зеленого, в красного. Как думаете, переведем босса? Да, если мелики будут плохо бить. Бейте профа. Ну, мелики, бейте профа, мы слизнем. Колба отбежать, пельмени отбежать, и все к столу быстрее. Приводите. Что, что ты сказал? Ничего. Так, давайте к столу. К столу. Так, бьем по дебафам. Рост дали. Бьем зеленого слизня в спину. И отбегаем в центр. Отбежали в звезду. Отбежали в звезду сейчас. А чё за фигня? Чё он не взорвался? Чё он выделил таргет следующий? Не ванишь, прошу. Красный, готовьте боб. Смена цели красного, смена цели красного. На лавра, беги. Дайте боб на лавруа. Ей! Сука. Я не знаю, Рога. Тебя кикать с рейда? Тут почему ты не прожимаешь ваниш на гнилом, но прожимаешь этот кош или ваниш на этом, на профи? А у него ДПС как вы... вообще. Ладно, голосуем за кик. Кто согласен за то, чтобы кикнуть я или Дана, нажимаем да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 за 10 на 11 за. Еще один голос надо. 5 против. Ну, понимаешь, когда Рога говорит, у меня КД, значит, КД и сам прижимал. Я его брал в ЕВК-25 сегодня, когда с копьями собирал. Он неадекватно разговаривает, пишет в ПМ, хотя ему ничего не написал. И играет так же. Так что можете даже без голосования его нахер слать. Я понял. Ну ладно. Какой-то странный чел не прожал. Ладно, там кош не прожал на нем, ладно. А зато умудрился прожать кош на этом, на зеленом, он поменял таргет. На черном, походу. Что ж ты сказал? Чего? Его добили как раз, типа не было взрыва, что нормально он сделал все, не? Вообще-то был взрыв, люди, ну, людей не откинуло, они не отбежали далеко. Смена цели и потом все равно взорвался. А, ну вот. Я думал, вы его слили просто. Ну, смена цели красного. Тут надо скилл 0-1, чтобы давать боб на ханта. Давай еще. Последний шанс тебе, Рога. Ну чё, ты тут? Какой у него ДПС? 6К? Или 5? Ну, он надамажил меньше ретрика. Почти как ретрик 6К, тоже 5К ДПС. 5К ДПС. Угу. Рога 6. И 1 5К ДПС. Уже сдох. Макс, если хочешь помочь нам, можешь зайти вместо него, просто никого набирать. Ну, смотри, я скажу так, я уйду ровно через час, если мы добьем, я зайду. Да, мы убьем, заходи. Так, ладно, я Элидан, спасибо тебе за рейд.
поролил, сролил ты перчаточки. Давай, пока тебе. Удачи. Слишком много слакаешь. Не забудь написать, что мы кидали. Ай-яй-яй. Не знаю, может он не хотел какого-то злого умысла, но мне показалось, что он троллит так. Давайте шкаф. Да я думаю нет. Ну, не знаю, что там, как у Джерина было. Если Джерин правду говорит, то он пидорас. Ну, не знаю, но... Я взял его аккаунт, мне прям написал какую-то парашу, его сразу кипнул. Ну, типа, как-то так. Какую парашу? Типа я ебал этого, фараша и все. Да ладно, это не важно, просто ну, странно, странно он играет, короче. Давайте фулбаф. Джест, как всегда, гуся выводит. Короче, давайте, у нас один час, потом расход. А кто танк? Кто танк? Я танк, я танк. Мишка. Так, это он би его сказал. Ладно ж, подождем. Макрос написал один, все. Все, он здесь написал уже? Не прожимайте брусты, ставьте на переходку. Че там, алло, рага садится. Что там, как дела? Пейс, Ваня готов? Ваня, вай. Все, пуля. Пейстол, да. Давайте еще разок попыточку сделаем. Стопайте по профу. Капец, вот, блин, Джерин на первом месте. 85. Это фуловый робот. Он, наверное, не прожимал просто ничего. Ты на слизи не ставил, да? А, Джон Огресс, замедляй, пожалуйста, зеленых слизней и красных. Кидай проклятие косноязычия, и то на передачу. Все к столу идем. Демон этот, огурец, прожми проклятие косноязычия на каждого этого моба. Все, играем по дебафу. Дайте на Урусу Боб, он, по-моему, завис. На Урусу Боб, шаман. Дайте Боб. Беги. Господи. Блять, шаман. Зайдите от красного. Зайдите от красного. Пока, прощайте. Смена цели красного. Отбежать, 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 отбежать. Элисандра, отличный. Боже мой, господи. Беги. Треснуть кого-то, да? Встанете сами. Пою сейчас гимн на маме. Добавите. Джесс, поднимай помидор, если есть БР. Я подниму. Поднимай. Жесть. Рестобафим, то каску. Крест пошла. Играйте в красного. Кто он, что-то? Ну да, есть такое. Умирает. Поглупо, честно сказать. И меня отбежали. Мелики отбежали в РДД-зону.
Дали цель зеленого. Чё он забыл? Не заметили. Протопал флакер. Блин, протопал, чё ты не замедляешься из ней? Да у меня не хватает этой хуйни, блядь. Какой? Зелёный ты, на... да? Не хватит, если я сейчас юзнул бы. Да я не знаю, у меня уже настроен не трай. Давай. Ты уже до конца не допивай. Я, ну, можно, да, разойтись. В смысле, чё, слабые, что ли? Ну это он слакает, протопал слакает, хилы так вот эти помидоры. Первую лужу полностью допиваешь, вторую чуть-чуть не допиваешь. Новые лужи появляются, допиваешь старую и пьешь новую, и так по кругу. Джесс, поднимай табурену. У меня есть Берн. Стопайте по профу. Стопайте по профу. Он Конь. Выпил полностью. Зачем ты выпил полностью? Можно было чуть оставить. Сейчас еще. Не мейтесь меня ничего. Вон он кинул лужи. У стола сначала выпей. У стола сначала выпей. У стола, блядь, сначала выпей, а то потом допьешь. Сука, ты глухой. Я хуею с ним. Че он делает? Какая разница? Это большая дослизня, дальше ты зеленый. МСГ не хватит, блядь. Почему с хп так проседает, жесть? Вы ловите там что-то только? Говори, кого резать, Олег. Давайте, бейте. Ну, маны нет, ману шами, бой, залей. Какую-то голову. Залил, кого резать? Дайте рост. Кого резать? Дайте рост. Меломан. Меломана. В центр все бегайте. Где меломану получишь? У красного 1700. Смена цели красного, 1500 у него. А, нет, 1700. Ну, попробуйте джесту боб дать. Хильте гим на хп там, блядь, всю хуйню. Видите, слизня весь рейд, сука, на вас бафов нет. Разных красных, зеленых. Алло, блядь. А в пизду, блядь. Ну, бы какие-то, блядь. Кукла, ну, блядь. Что да. Пиздец, как? Посадите другого в куклу, есть протопал какой-то крест вон. Я посижу там на кукле просто. А потом на второй фазе будешь как обычно играть. Давайте по-другому поступим. Будем ГП за каждый слаг, если даже мы убиваем с первого трая босса. Я думал, можно будет пронести, знаете, как налегке, навеселее, типа не я особо тоже думал, не знаки. Тоже ну ладно. А, Ульдуар. Да Ульдуар, заебись, говорят. Спасибо, говорят. Войт, что собрал рейд. Да все было. Не, удар-то хороший, просто 5,5 часов это до хера. Хули вы хотели, блин, столько ачивов. Дворфы, хламоботы, блять, пробитафия, нахуй, все подряд. На орбитафии что там? Три вайпа. Ну, блин, кто еще покупал, кстати? Так, ладно, начнем с самого начала. Фростлок, у тебя есть на панели проклятие косноязычие? Да. Теперь смотри, твоя задача. Когда выливается красный слизень, ты на него кидаешь проклятие косноязычие. Понял, да? Джон огурец, ты кидаешь на зеленого. Слизня, проклятие косноязычия. После последней рейды я там хожу, ничего это не говорю, вот эти всех приколов, как пить лужи там, проклятие какие-то кидать, отбегать от слизней и так далее. Но просто все это уже все знают. Проблем особых нет. А здесь у нас в рейде многовато вагонов, как оказалось, и у нас проблемы возникли с этим. Я запутаю голову, так не помню. Так, ну Наурус, он просто вылетел, это не повезло. Давай-ка его заменим, кинем епешечку. Скорее всего, он вылетел. Было заметно.
Берем ДК, 6К, а ДК. Но после такого трая мне хотелось альты в 4 прожать сразу, честно скажу. Во время боя на третьей фазе я хотел уже начислить ЕП и пойти спать. Мне хотелось 2000 ЕП начислить, блядь, за слезы, блядь. Потом хотелось альты в 4 прожать, когда Роджер сдох, сука. Ни один, блядь, не сдох на первом суровом. Это вообще казалось убьем, блядь. Давайте так. Вы умираете, я не знаю, не передаете чему ГП, умираете от слизней ГП. Не отбегайте в звездочку при взрыве зеленого ГП. Есть на ком цель зеленого слизня, он рядом стоит с ним на ГП. Переставить. И так далее. Понятно. Вы войд, получаете ГП. Ну это, блядь, нормально. То есть, если даже убьем босса, я ГП накину. На переходке, когда от зеленого отлетайте в центр комнаты, стойте, ждите, пока он заново выберет цель. Ламура, если ты сбежишься и умрешь от этого, у тебя не будет ГП. Будет ГП тому, ну, смотря какая ситуация, если он человек не отбежал, зеленый слизень кинулся на него, то это ему ГП. Давай просто... Давайте шкаф. Нормально, сразу все с первого трая убьем. Карточку поставьте. Ну, блин, обычно знаешь, как собираешь рейд, не хочешь ничего объяснять. Надеешься на то, что все все знают. 6К ГС плюс у всех. А тут оказывается жопа. Ёк, плюс 0 легче, чем большая пожар. Такая толстая жопа медведя. Да. За пожарного надо давать больше ИП. Мне кажется, 400 это нормально. 500. Давайте фурбаф, дам приставаф. А чё не миллион сразу? За некоторые. Так, компания. Ребята, БР на КД у всех, верно? Походу надо ЕП снимать за фласки. Да. А чё, карась был, нет? Джерриан неправду говорит. Мы что, полтора часа на профи уже сидим? Да нет, Жирон, блядь, сколько мы там сидели, плюс 0 с первого трая. Пожарного просто не делают, а плюс 0 по КД. Сейчас пожарного по КД начнем делать, блядь, будем ЕП кормить. 20 минут сидим, ну почти 20. Да, кстати. Все, пей столик, начинаем. Но если сейчас опять будет глупый трай, то расход. А, просто надоело. Хотя мне там колье врываюсь, но это не важно. Кстати, появляется слизень, мы сразу в него приключаемся, касается зеленого слизня всех миликов. Стопайте по боссу. По боссу стопнули. Там кочерыга, там всех касается. Увижу, кто не бьет зеленого слизня, ГП тоже. Не бейте профа сейчас. Ну чё, ну чё ты профа бьешь? Прикольно, Джерриан. Ого. Был рядом с зеленым слизнем. Ну из-за него умер Фурик 5.2. Давайте к столу все. Бьем по дебафам. Миндики в спину, лича бьем этого зеленого слизня в спину и избегаемся в звездочку. Отбежали в звезду. Отбежали в звезду. Идет смена цели красного, скоро будет смена цели красного. Бежали на меломане, беги, бежали с цели. Это еще откуда? Молодец, Слог, за тебя минус 4. Есть БР? Один там БР есть.
есть, остальное поднимите коля. Поднимает же он огурца. Вот то время. Красно играйте. Куда там откатится БР? Бежали к перемене вправо. Играйте в зеленого. Я понял. Я в таком алимом рейде был в Ордене Анархии. Точно, точно такой. Тоже так же самое на профи дохли. Да, меломана что-то его не захилили. Прикольно. Потому что, блин, потом. Табурена подымешь Крима, а Джест меломана. Да, это худший рейд за этот год на профи у меня. Может, за полгода даже. Играйте в красного. У меня просто шок, я уже не могу говорить. Сейчас должно было быть 39%. Максимальную дистанцию зеленого набираем. Дагим, да, мон. Поедим. Играйте все в зеленого. $300,000 по зеленому нанесли. Смотрю, как Понг бьет профа, когда у Слизня еще 500к. Вы что, тупой? Столкнемся. Падаем. Спать плохо. Не спать плохо. Блять, куклы, спасибо. Ваня, твой трюк. Давай я пофармим. От что-то гей так в какой-то. В какой-то. Блять, как она? Кукле был. Блять, ты сегодня у нас был, да? На уголовье только? Ну да. Ты видел, как четко все было, блядь? Ну потому что он, скорее всего, просто возле звезды стоял, провалился, потом он вывалился и не успел зайти. Он сначала провалился, а потом вывалился. Ебать. Ну что, еще разок тренируем? Давайте еще раз. Давай, может, все-таки завтра уже просто тут, ну, рейд ни о чем на самом деле. Пофармим ГП, закрепим тактику. Не рейд, это так. А в голове у людей ни о чем. Там должна быть тактика четкая. Видишь, все бегают, не знаю, как стадо какое-то непонятное, тараканов туда-сюда, не знаю, что делать. Давай по очереди ПРЛ, да, профы ПРЛ, а ты дальше ПРЛ. Андрей Домогач, он дохуя получает рейд. И начислишь ГП. Если у меня не получится зарелить сейчас с первого трая, то Ренька поверили, тогда точно убьем. Не, если ты не зарелишь, то мы разойдемся. Да, Джерри не всех спасет. Кого еще я забыл из миликов? Кто он убил трэш? Ой, блоу. Вот он 6 КДС по
Слизняку неустойчивому нанос больше, чем фуловый фурик. Прикольно. Я куклы на седьмом месте надамажил, по-моему, красного. А чё это за люди? Вот это Тон, Серега, Икс. А это по зелёному. А крест упал с пула, да? Да. Подожди, Варенька, ты в кукле был? Да. Там не гони. Да, я в кукле был. Ты бы сказал только это, потому что я пол рейда пытался тебя хильнуть, пока до меня дошло, что ты в кукле сидишь. Да, меня тоже эта хуйня напрягает хилбуть. Но ты вдоль МХП пытаешься их кинуть хотя бы. Кочерыга, Этон, Серегакс, они дали меньше войду сейчас мне ДПС на этом драйве. Последним ранее, седьмой, последним. Так, приехали, считаем. 11. 2000 делим на 11. 181. 4, 6. Что ты считаешь? 200 умножить на 6. Не забудь умножить на синус 90 и разделить на косинус 80. Ну ладно, накинем дверь. Ладно, всем спасибо за рейд. Да, давай. Заебись, ходи. Это нормально, ну, по возможности.